С 14 по 17 июля в Республике Адыгея прошел межрегиональный фестиваль учителей. Впервые в этом году в мероприятии приняли участие и учителя из подшефного Адыгеи Генического района Херсонской области. Министр образования Людмила Ковтун возглавила делегацию из 5 человек. В рамках фестиваля для гостей была организована экскурсия по интересным местам Адыгеи. Вчера делегатов из Херсонской области встречали на Кашхабльской земле. Приветствовал их глава района Заур Хамирзов. Приехали мы по приглашению главы республики Мурата Карельбеевича и Хизира Нурбеевича. Мы приехали, ну, изначально было, как бы нас пригласили в гости, но попутно мы совместили нашу поездку экскурсионную в республику Адыгею с фестивалем, который сейчас проходил на турбазе, по-моему, Горная. Фестиваль педагогических команд. Мы в этом фестивале, мы там были 4 дня, приняли участие во всех мероприятиях, очень были впечатлены самим прохождением фестиваля, атмосферой, которая там царила, ну, естественно, радушным приемом, потому что нам было очень уделено много внимания, может быть, потому что первый раз, может быть, потому что новые территории, но мы просто, ну, впечатлены просто до невообразимости, мы очень довольны. Мы очень рады, что мы посетили такую гостеприимную республику Адыгея. И на следующий год мы обязательно приедем на фестиваль. Мы уже организаторам фестиваля сказали, что мы теперь будем каждый год приезжать на фестиваль. Министр образования Республики Адыгея Евгений Лебедев сопровождал делегацию. После посещения главной достопримечательности мечети гости прогулялись по парку. Заур Хамирзов рассказал им краткую историю района, а также об экономике и населении. Гости с интересом слушали и делились своими новостями. В завершении встречи все моменты были запечатлены на фотографиях.